Дождь осенний стучит по крыше. Поздно вечером грустно одно. Мать седая письмо сыну пишет. Что ж не пишешь, сынок мой родной? В гости ждать я тебя устала. Жду хоть писем, но ты их не шлёшь. Я в гостях у тебя побывала, но ты в гости меня не зовёшь. Не подумай, что денег жду я. Нет, сынок, не в том моя грусть. Ты, стратив на семью молодую, я и так как-нибудь проживу. Я невестку в глаза не видала. Правнучат узнаю стороной. Что ж теперь не нужна тебе стала? А для мамы, сынок, ты родной. Я невестку в глаза не видала. Тебе стало.